Очень вкусный десерт из инжира. Готовится очень быстро. Смотрите это видео до конца. Хорошее вино. Язык не поворачивается. И поставьте лайк этому видосику. Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я приготовлю очень вкусный и очень быстрый десерт. Это инжир с красным вином. Готовится моментально, вкусный. Его можно кушать даже деткам. Все делается очень просто. Сушеный или вяленый инжир. Обычно у инжирчика остаются вот такие хвостики, на которых он растет. Они жесткие, их нужно обязательно обрезать. Вот так. Хвостики я все сейчас обрежу. Вот сколько жестких и несъедобных хвостиков остается. Инжир я слегка промою от песочка. Кастрюлька с толстым дном. Сухое. Хорошее красное сухое вино. Кстати, если вы не знаете, как быстро и легко сделать вкусное сухое вино, ссылочка вот здесь вверху. Заливаем. И небольшой пучок свежего тимьянчика. Вот столько будет достаточно. Инжир с вином и тимьяном я варю на самом медленном огне при закрытой крышке 1 час. Вот это аромат! Прошел часик, и я сюда выдавливаю еще долечку лимона. Финики я достал из соуса, и теперь его процеживаю. Соус я слегка увариваю. Вот такая густота соуса должна получиться. Пока он горячий, он еще жидненький. Когда соус остынет, он будет намного гуще. Каждую ягодку я поливаю сиропом. Очень легкий и быстрый десерт – инжир в красном вине. К такому десертику отлично подойдет легкое игристое вино, например, брют. Класс! А ну-ка попробуем. Инжир с карамельным соусом, вернее, инжир с карамелизином. Белый инжир с карамелизированным красным вином. Пахнет смесь молодого тимьяна, инжира и вина. Алкоголя в этом десерте абсолютно не осталось. Его можно подавать и взрослым, и детишкам. Готовится очень быстро, на раз-два. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня – это самое спокойное место.